Коллеги, добрый день еще раз. А сейчас давайте поговорим о бизнес-направлении ФУЗа, если можно переключить на другой слайд. Ни для кого не секрет, что бренд ФУЗа в прошлом году перешел на прямые продажи. Мы с вами встречались по этому поводу и подробно об этом вам рассказывали. И теперь реализация автомобиля на клиента занимается наша компания. Так как об основных цифрах мы уже поговорили, я не буду повторяться, я бы сейчас хотела немножко рассказать вам о результатах реализации нашей стратегии. Итак, прежде всего мы трансформировали дилерскую сеть и перевели партнеров со стандартов 3S на 2S и пересмотрели контракты с дилерского партнерства на сервисное партнерство. Переход по трансформации дилерской сети начался еще в конце 2019 года. Если ранее партнеры 3S являлись официальными дилерами бренда ФУЗа в России в части продаж и после продажного обслуживания, то с октября 2020 года они являются официальными партнерами только в части оказания услуг в рамках послепродажного обслуживания, то есть, как мы называем это, сервисное партнерство 2S. Наконец, 2020 года количество сервисных партнеров составило 46 сервисных станций. И эта цифра не окончательная. Наша команда ведет работу над стратегическим увеличением и покрытием сервисных станций в приоритетных регионах. С начала года был запущен процесс найма новых сотрудников отдела продаж, согласно новой стратегии, для обеспечения более оперативного и качественного реагирования на быстро меняющиеся потребности наших клиентов. Мы открыли 13 офисов продаж в самых ключевых регионах России. При этом стоит понимать, что один региональный представитель отвечает за несколько областей, тем самым образовывая макрозону. Это примерно от 3 до 5 областей. Ну и, конечно же, нашим региональным представителям всегда в помощь современные информационные технологии, которые мы активно развиваем, это CRM и другие. Поэтому они у нас активно работают во всех наших новых системах. Отдельно хотелось бы выделить меру, направленную на сокращение сроков поставки запасных частей. В прошлом году мы запустили 5 региональных складов, что позволило оптимизировать и ускорить процесс запасных частей по всей России. Также у нас 11 складов ответственного хранения у наших дилеров. Подводя итоги вышесказанного, мы можем говорить о достижении поставленного результата в полном объеме. Доля рынка в сегменте 5-10 тонн в JKFO в размере 19%, что на 3,5% выше по сравнению с 2019 годом. Говорит сама за себя и наилучшим образом подтверждает это утверждение. Если мы перейдем на следующий слайд и поговорим о планах на 2021 год, то хотелось бы отметить несколько важных целей и направлений. Мы планируем увеличение объемов продаж на 21%, мы не отстаем от Mercedes-Benz. И, конечно же, мы хотим сохранить долю рынка на уровне 19%. Что на самом деле является амбициозной целью, так как в прошлом году на долю влияли не только наши продажи, но и продажи наших дилеров, остатков, что были у них на складах. В апреле мы планируем открыть интернет-магазин по продаже запасных частей. И в дальнейшем мы добавим опцию записи на сервис через личный кабинет для наших клиентов.
Также со второго квартала запустится бонусная программа, программа лояльности для наших клиентов, которая позволит накапливать баллы и расплачиваться ими же при покупке запасных частей или оплате сервисных работ. На текущий момент ведется тест этой программы. Также одним из важных изменений в 2021 году является обновленная карантинная политика ФУСа. Начиная уже со второго квартала, гарантийный срок на автомобиль будет увеличен до 4 лет или 250 тысяч километров пробега на машины производства с ноября 2020 года. Ну и, конечно, последнее по порядку, но отнюдь не последнее по значимости, это значительное увеличение объемов производства в Набережных Челнах для удовлетворения клиентского спроса. Цель на 2021 год – произвести более 800 единиц автомобилей марки «Фуса» «Кантер-ТФ». Ну и надеемся, что «Ульф Реза» да, со своей командой, конечно же, успешно с этим справиться. Ну и завершая свое выступление, могу отметить, что мы приняли решение о реализации стратегии прямых продаж в условиях нестабильного рынка в 2019 году. Ну а еще более тяжелый 2020 год показал, что в этом направлении можно и нужно работать. Мы считаем, что это будущее. Спасибо за внимание, и я передаю слово Андреасу.